Великоваты эти брюки. Великоваты на меня брюки. Полиэстер. Штуровка, конечно, классная, но из-за того, что спасает. Посадка низкая. Мама, платье себе ищет давно, но это нам не особо нравится. 90% счастья. Классно. Шок, я даже решила не фокусироваться. Двуботное унисекс пальто. H&M, да. 50%. Да, его, но может к себе ближе. Туда, да. Померяю. А, может быть? База-базой. База-базой, ну состав посмотри какой. Да, состав, да. 92% шерсти и 8% кашемира. Шикарный, конечно. Рукав, конечно, оригинальный, да? Рукав оригинальный тут. Нужные брюки. Тут эффект. Хотела вместе вот так носить. Булочка один, да, классная. Одна из последних коллекций, но она как линялая, пятна такие. А, и дырочки еще. Ну, нет, наверное. Эти дырочки закрыли. Нашли секонди, такие замшевые, натуральный мех, батильонный, фирма Sabatini, это итальянская. Под 10 гривен цена. Ну, мы с ней, не знаю, взять их, не взять. Мама, не знаю, что такое суперфайн, но это Марина. Вот у мамы вся кофточка нашла. Обычная водолазка, но состав, конечно, шикарный. А Ланвин ты уже сняла, да? Ланвин, вот сейчас я покажу. Получается, Ланвин это один из первых французских дизайнеров. Вообще с 1800 какого-то года она начала производство. Жанна Ланвин. Вот. Ретро-ретро плащ. Это когда мы купили плащ Бори в Бугатти. Такой, дайте мне такой. А ты рядом покажешь? Я еще не застегнулась. Ну, не подходи, отхожу, чтобы... Две пушки. Ну, такое очень ретро, наверное. 60-х годов прошлого столетия. Да, почти. Это лишь тренд сезона, да, такой? Обычный рукав такой. Наверное, открыть что? Ну, вообще ничего не видно. Так немного лучше. Дождевик такой красный, лакированный, да? За 10 гривен. С капюшончиком. Ну да, и плюс лакированная, это же тоже в моде. Кошка. Комбинезон такой. Не знаю, даже трикотажный. Белый, вельветовый, низкая посадка. Так, в принципе, ну, резьба. Ну вот, смотри. Меряю, да.
Низкая посадка. Тут повыше посадка. Тут не вельвет, тут деним просто. Вот. Но это же новые, которые, да? Нет, это не новые. Мне длина нравится, что здесь сразу чуть подрезать не надо. Отбелить. Абсолютно новые. С биркой, которые шерстяные. Высокая посадка, идеально серия. Единственное, немножко длинноватые, да? А так круто. Побежит ткань, так какая-то. Новый, 18 евро, ты знал. Такие клёши с лампасами. Тоже за 10 гривен. Сюда видно. И вот это вот малина. Важно. А что тут твои? Малина половина. Да, да. Тоже высокая посадка, такие бежевые. Ой, хожу по полу. В клетку. Вот размер мой. Очень удобные. Здесь какой оттенок у них. Технические брюки на подкладке, на утеплителе. Они серебряные, как для мотоспорта какого-то. Великовато на мне, конечно. Ну, так, взяла просто померить, показать. В жизни такой цвет, он как серебряный с легким фиолетовым отливом. Ну, такое. На любителя. Батиком. Ой, еще так.